Да, рыбалка сегодня удалась. Клюет просто супер. Только делаешь забросик, сразу долбит просто наглухо. Оба. Он только кинул. Чуть дольше делаешь паузу, и все у тебя будет окей. Так что, может, я вам какую-нибудь отдавать? Не надо? Давай-то. Мне не надо все равно, а я. Ты говоришь, килограмм это самое. 50 рублей. Да. Ну что, мужики, есть клюв? Вы на лещика? Вообще голяк. Друзья, всем огромный привет. С вами Сергей. И сегодня я по вашим просьбам выехал половить окуня. Вот выдался такой последний, можно сказать, теплый день. Среди всех, что вот и остались этой осенью. Все, уже завтрашнего дня будет всего лишь 2 градуса тепла, ночью мороз и, короче, сильный ветер. Сейчас, кстати, ветер тоже около 4 метров. Я нахожусь на печенежском водохранилище с ультралайтом, тест до 0,5-4 грамма. И я буду пробовать ловить, короче, здесь окуня. Вот, сейчас я в этом заливчике, но побросая здесь минут 10, мне тут вообще не понравилось. Тут, короче, очень мелко и не было ни одной поклевки. Поэтому я хочу перейти вон туда вот. Так сказать, надо держаться людей. Там большая глубина, там хорошая бровка, и там постоянно кто-то ловит. Там всегда есть, да-да, ребят, там всегда есть вон рыбаки, видим, это фидеристы сидят. Кстати, на фидер я выезжал в прошлый раз, рыба была, были поклевки, все было довольно-таки неплохо. Ну, вот сейчас посмотрим, вытащит там что-то мужик или нет. А ну... Не, просто тянет. А ну, мужики, давай. Не, ничего нету. Короче, с той дамбы я вот буду ловить. Вон, видите, где бросают мужики там спиннинги. Много их там, народу. Пойду, похожу, посмотрю, что там. В общем, спрошу, как у них дела. Знаю, что вроде бы должно сейчас ловиться, должен сейчас ловиться окунь. И должен ловиться довольно-таки неплохо. В общем, буду пытаться. Буду пытаться, и сразу ответ на вопрос, почему я сам. Пацаны, кто не смог, кто просто не захотел. В общем, у всех есть такие друзья, которые ну, не хотят ездить, бывает. Там надо их, знаете, ломаются, надо их заставлять еще как-то это делать. В общем, уговаривать и упрашивать я никого не стал, а взял свои снасти и поехал сам. Ловил я на 2-дюймовые виброхвосты. В тот день... Рыболовный день, лучше всего отзывались темные цвета. Впрочем, позже я вам все расскажу. Ну а сейчас приятного просмотра. Надеюсь, видео вам понравится. Есть первый окушастик. Вот он такой небольшой. Но вот мы взяли окуня на силикон. Ребята, первый пошел. Вот он. Вот она рыба. Смотрите. Оба. Вот такой. Есть. Небольшой окунишка. Оба. Ребята, вы часто меня спрашиваете, где я беру свои удочки, свои рыболовные снасти, где их взять по лучшей цене. Я вам хочу порекомендовать один хороший сервис, который называется Е-каталог. Е-каталог – это очень удобный сервис по подбору любых товаров. Вы здесь можете сэкономить. Допустим, нам нужна вкладка «Туризм», и мы с вами выбираем удилище. Вот здесь можно выбрать сразу популярные бренды, а можно задать подбор по параметрам. Задать цену, задать бренд, который вам нравится. Допустим, мне нравится «Дайва», и мы ищем с вами спиннинговое удилище, ну, длиной до 3 метров. Нажимаем «Показать». И видим, здесь у нас очень много удилищ. Вот, очень много разных удилищ, но вот есть неплохое с кастингом до 60 грамм. Ну и цена довольно-таки приемлемая. Кликаем на него. Смотрите, друзья, здесь можно посмотреть картинку, как выглядит это удилище. Здесь сразу все параметры этого удилища. И здесь много интернет-магазинов, которые продают его. Смотрите, какая большая разница в цене. Зачем использовать дополнительные сервисы, если можно сразу же сэкономить на этом сайте, выбрав подходящий вам по цене интернет-магазин.
Но это еще не все фишки. Смотрите, нажимаем «Добавить сравнение». И вот для себя я выбрал еще одно удилище, вот такое вот Shimano. Тоже нажимаю «Добавить сравнение». Кстати, здесь все абсолютно так же. Те же параметры, тоже есть картинка, которую вы можете посмотреть. И есть интернет-магазины. Видите, цена как отличается с максимальной и минимальной. Практически в два раза, да? Вот, выбрали мы два спиннинга, нажимаем «Сравнить», и сервис нам показывает эти удилища и уже отличающиеся параметры. Чем они отличаются? Видим, длина 2,40, 2,70, кастинг-тест у них разный, и у них длина сложения разная, материал удилища разный, и вес у них разный. Можно также нажать все параметры. Друзья, вот это и есть основная фишка со сайта сервиса e-каталог, я им сам пользуюсь, он доступен как в Украине, так и в России. Все ссылки в описании. Надо делать небольшую ступеньку, тогда лучше, когда ступенька и пауза, тогда есть какие-то подачки. Вот так вот. Оба. О. Как я и сказал, когда работаешь ступенькой, то ступенькой намного лучше получается брать окуня. Вот. Ох, окунишка. Дай, резину отдай. Ты смотри какой. Плыви, малыш он такой. Полосатик. Не знаю, я не ожидал такой рыбалки, честно говоря, первый раз сразу так окуней набил. Если бы я их брал, что они мелкие только. А так идут просто супер. Почти каждый заброс реализация. Это просто класс. Был окунек. Вот так я диагональку сделал такую. Небольшую вот по диагонали бросил. Главное делать паузу несколько секунд. Тогда он на паузе как раз вот и берет. Оба. Есть. Есть. Вот как я и сказал, как раз на паузе. На паузе вот он взял. Окунидло. Оба. Морячок. Небольшой, но радости капец. Ребят, ну один за одним. Ну один за одним. Ну как так можно ловить? Мне уже, честно, неинтересно. Я на фидер дольше жду, чем сейчас вот здесь. Ловлю. Капец, на фидер сколько жду. А здесь, блин, кинул туда-сюда уже и поклевка. Кинул туда-сюда уже и поклевка. Ну что, мужики, есть клев? Вы на лещика? Вообще голяк? А давно сидите? Я был... А что у вас за каша? Что вы набиваете в кормушку? А, купили? Не закармливали так, чтобы перед тем, не? Я, короче, этот ловил в среду-четверг на мортовой. Мортовая, дальше? Дальше, да. Были там? Не, там где вот, блядь, катера заходят, вот. Ну, там пляжи там не были, не? Три пляжа. Ну, то, что тут у меня нету этого, я на фидер ловлю. Вы тоже на фидер, да? Этот самый. Только я закормил сначала точку, потом начал кидать. Ну нормально, штук, наверное, 20 я плотвин поймал. И пару. Правда, когда в четверг туман был, погода была, ну, похуже. Волна в среду была, волна, ветер огромный, рыбы было нормально. А в четверг похуже было. Ну клевало хорошо. А на что вы ловите? Опарыш? Вот в этот. В четверг было хуже, да. И в среду я только на опарыша ловил, то что мне не было мотыля. В печенегах купил в четверг мотыля. И даже если просто мотыля цепляю, то лучше намного берет, чем этот. Или там два опарыша и ну, пачку мотылей, пучок мотылей, да. Да, рыбалка сегодня удалась. Клюет просто супер. Только делаешь забросик, сразу долбит просто наглухо. Даже бросать никуда не надо, просто надо делать чуть дольше паузы. Оба. Он только кинул. Чуть дольше делаешь паузу, и все у тебя будет окей. О, этот уже чуть больше. Вообще он красавчик какой.
Еще один. Ох, как ты взял, что с тобой такое? Окунь. О, какой вот красавела. Красавчикус. Как ты ешь классно, да? Стайки постоянно перемещаются, поэтому приходится и мне перемещаться в их поисках. Каждый раз. То влево, то вправо. День добрый. Что, еще не начинали? Нет. Понятно. А на что, на опрыша? На опрыша, на материале. Надо бутерброд цеплять. Я на бутерброд ловил хорошо. Да, и бутерброд это сделал. И бутерброд тоже, да? Все любят бутерброд. Ничего, да? Ну, такие. А когда вы были? Я был в среду крайний раз. О! Так что, может, я вам окуней буду отдавать, не надо? Да давай. Давай-то. Давай. Мне не надо все равно, а я... Сейчас я вам накидаю тут десяток. Оба. Говоришь, килограмм это самое. 50 рублей. Да. А там у них что-то написано, если щука, то там дешевле что-то, да? Да, это тоже выпускай? Да. Все выпускай? Не, ну, типа... Карпы это самое, щуку нет. Ага. Только на что это самое? Типа спортивная рыба. Конечно, в чем смысл? А если хочешь купить, то значит покупай. А так, поймал, выпустил, поймал, выпустил. Я тоже не люблю, поэтому платные пруды, это все, ну, раз в два дня. Шо, последний окунь на сегодня. Хорош. Ну что же, наша рыбалка подходит к концу. Лучше всего себя сегодня зарекомендовали это вот такие вот цвета. Сейчас я вам покажу. Вот, чтобы не на фоне автомобиля, возьму их в руку. Такие вот цвета, значит, больше, да, как червячок, червячковые. Вот на них брало лучше всего. На то, что темнее, брало еще лучше. Вот, клевало в основном на них. Поэтому все было супер. Здесь у меня еще есть вон же головки. Кстати, на салатовый, вот такой лимонный даже, да, вот цвет, я попробовал, совершенно не было сегодня никакого эффекта. Поэтому ловилось только исключительно вот на темные такие вот. Вообще на водохранилище сегодня было очень пусто. Пацаны, допустим, на спиннинг там ничего не поймали. Мужик там слева бросал на спиннинг, тоже ничего не поймал. Также все, кто ловили, всего несколько было плотвин у них или несколько густер. Вон кто-то плавает. Троллинг, походу, да, делают. Вот. Ну и все, кто есть на дамбе, тоже собираются домой. Хотя вон кого-то тянуть. Сейчас посмотрим, что там за рыба. В общем, очень плохо сегодня по белой рыбе. Практически пусто у всех. А ну, глянем сейчас. Хорошо, что я поехал на спиннинг. А вон мелочь, плотвина небольшая. Вон видно, да? Плотвинка, да. Короче, окуней я поймал, ребят, ну реально, где-то два десятка. Сколько я тут был? Да часа два бросал, я даже нигде не ходил. Вот буквально отсюда, вот отсюда я ходил. Очень неудобно, конечно, дамба, но... Тем, что неудобно, тем и хорошо. Кстати, когда ветер был лобовой, оттуда дул, в лоб мне, я думал, будет плохо ловиться. Ловилось очень здорово, окунь брал резко и активно. А здесь вот ветер, ветра здесь практически не было. А сейчас погода поменялась, завтра будет дождь, видите, пасмурно, а приезжал я по солнышку. Ветер дует отсюда, там полный штиль. И, короче, будет смена погоды. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайк, подписываемся. И поедем еще скоро, еще раз, на спиннинг.